То есть очень долго ждешь. Главное не испортить. Когда у тебя не Samsung Note, но очень хочется. Можно, конечно, купить перезаряжаемый какой-нибудь стилус, но и этот стилус вполне себе меняемый, как говорят многие. Скрываем черного цвета. Очень хорошо здесь все сделано. Площадка мощная, запасной есть. Да, вот он, запасной находится. Колпачок на стилус. Ну и единственное, что осталось проверить, это как магнитится, нормально магнитится сам корпус. И он меньше, чем перезаряжаемый. Проверяем. Ну, работает все идеально. Отработало сразу. Так. Сворачиваем и поищем, чем уже можно порисовать, к примеру. Какое-нибудь приложение, чтобы проверить, как он рисует. Ну, в принципе, не лагает уже хорошо. Ссылка на стилус будет в описании. Цена там вообще смешная. Ну, возьмем обычную какую-нибудь. Там фотографию изменить. Ну, допустим, так. Не это. Ну, допустим, что-нибудь типа такого. А, так, изменить. Набросок, линия. Не, пусть лучше такая будет. И успевает, в принципе. Отмена. Ну, в принципе, неплохо. Да, неплохой, достойный стилус. Внимание. Было бы неплохо, конечно, если бы он еще на что-то прикручивался. Ну и, в принципе, и так можно кинуть в карман и таскать с собой. Вот его размеры. По сравнению с X3 Poco. Ссылка на него будет в описании.